Европа может воспользоваться наработками Казахстана в сфере социальных реформ. А чтобы она узнала о нашем опыте, в Праге провели крупную международную конференцию. В Чехии встретились казахстанские и зарубежные эксперты, больше 20 из разных стран. Говорили о здравоохранении, образовании и о том, как повысить уровень жизни. Главным критерием эффективности политики является уровень и качество жизни населения. В последние годы в Казахстане очень много инициатив, предложений, практических вкладов, проектов по социальным направлениям. Мы сочли, что этот подход, который реализуется сегодня в Казахстане, который сформулирован президентом страны, был бы интересен для не только экспертов, но и для более широкой общественности в Европе. Участники конференции из Казахстана рассказали о нашем опыте современных социальных реформ и рассмотрели европейскую практику. По словам Марата Тажина, сейчас много глобальных тем, которые интересуют и касаются абсолютно всех. Это и проблемы пенсионной системы, и вопросы по рынку труда, и старение населения, а еще инклюзия, борьба с бедностью. Решают их государства по-разному, поэтому необходимо обмениваться знаниями с иностранными коллегами. Эта встреча стала первой в своем роде. После нее пройдет еще ряд конференций по всему Евросоюзу, где эксперты и чиновники обсудят взаимосвязь политики, экономики и качества жизни общества. Я представила такие основные тезисы по поводу интернационализации малых и средних предприятий и формирования семейного бизнеса как основной фактор развития экономики и на примере Словацкой Республики с возможностью внедрения Республики Казахстан. Потому что сейчас у нас ожидается, в принципе, крупный энергетический кризис, который с собой принесет катаклизм как экономический, и, естественно, это будет иметь последствия также и в социальной политике.